В Кызылординской области врачи сельской амбулатории в ауле Тартуга ездят на вызовы к больным на велосипеде. Медики отмечают, это хоть какой-то транспорт, а ведь единственная на весь аул с населением более 2500 человек карета скорой помощи постоянно в ремонте. А в разгар эпидемии вызовов стало в десятки раз больше. Почти в каждой семье кто-то болеет. Для того, чтобы доставить тяжело больных в район или областной центр, приходится нанимать частное такси. На велосипедах, пешком или на частных машинах оказываем медицинские услуги населению. А доставить тяжело больных в район, областной центр, были 2-3 таких случая, нанимаем частные такси. Режим работы у врачей круглосуточный, люди каждый час нуждаются в помощи, но медикам приходится в буквальном смысле пахать и на другом фронте. В выходные их еще вынуждают убирать улицы. Весь наш коллектив круглыми сутками на борьбе с коронавирусом. И несмотря на это, нам звонят и отправляют на субботники. Мы уставшие, идем убирать мусор с улиц.